на этот, на шиномонтаж. А когда ее убрали-то? Не знаю. Ну, то есть это могло послужить причиной какой-то косвенной? Ну, гнила просто труба в резьбе, да и все. Она же тонкая, резьбу режет, все равно прорезает ее, срезает. То есть если 400-ка у нее будет 8 мм, 9 толщина, а вот они сами по себе тонкие. Еще и резьба. Все равно гнила как-то.